used to lift me up, but now I'm falling. Since you left, I've drifted out to sea. All the nights we dance away till morning. I miss the days that it was you and me. And I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. Всем привет с полей Кореи, привет мои друзья-товарищи. Ну что, сегодня у нас очередная серия нашего мини-сериала «365 дней в Корее». И сегодня утренний подъем на часах 5:15. А значит, сегодня еду на Арбайт. Да, давно не просыпался так рано, но в 5:30 уже выезжаем с объекта, так что минут через 5 уже буду выходить на подъезд. Где ждет меня машина? Личным водителем, отвезущая меня на Арбайт. Так что, если попаду сегодня на работу, то обязательно покажу на какую. Но все, хватит, как говорить, просиживать штаны. Пора и в бой. Погнали. Ну и что, куда мы сегодня попали? Попали мы, короче, вот на такие, даже не опаты, на хрущевки. И что делаем? В общем, идет демонтаж старых бойлеров на керымчики, на керосиночки, на новые, на замен новых, на газовые. Ну, два корейца, короче, демонтируют, а мы, как обычно, принеси, подай, пошел нафиг, не мешай. Ну, точнее, выносим их просто по частям. Вот в эту тачку бойлеры выносим. Да? А в ту тачку уже остальное, цвет меда, счетчики. Короче, такая работа. Они еще и такие. Ну вот это, короче, большой бак под керосинку. Вот счетчики. Хотя больше похоже на насосы. Наверное, все-таки насосы, а не счетчики. Как обычно, меня ввели в заблуждение. Ладно, пойдем работать, а то корейцы скажут. И отсюда меня уволят, скажут, не работай, только видео пишет. Ну его нафиг, такого работника. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Что, давайте вам покажу, что за работа у нас сегодня. Короче, на этаже 4 таких подсобки. Вот, получается, старый бойлер. Канистра большая для керымчика. И вот установили новый Ренай газовый, короче, бойлер. Вот уже подключили, в принципе, все. Только трубы еще не подвели, ни воду, ни газ, ничего. Но наша задача, кореец трубу отключает, обрезает воду подачу, воду вывод. Ну и все, и мы вытаскиваем бойлер, а потом с эсерным керымчиком в подъезд. Вытаскиваем в подъезд, если там что-то осталось. Ну как этаж сделаем. Они потом с канистры ходят, собирают остатки керымчика. Вот такая, в принципе, работа не пыльная. Ну вот, покажу вам, что получается после нашей работы. Вот, вытащили бойлер, канистру, оставили только новый бойлер. Но здесь, я как понимаю, потом нам еще и прибираться в этих подсобках. Ну вот, сама канистра. Здесь вроде ничего нету. Здесь тоже. Но в той дальней есть. Вот. Ну тут, конечно, хлам, грязь. Ну ладно, посмотрим. Я сегодня первый день на этой работе, так что посмотрим, как оно, что будем дальше делать. Ну что, время 9:30. Этаж, короче, закончили. Все бойлеры вынесли. Баки с бензинчиком тоже. Ну и, короче, пока Саджан сейчас будет керосинку откачивать с этих баков себе на денежку. Нам говорит, идите. Вот, трубы, короче, нарезали, сюда принесли. Они медь плюс латунька, короче. Сейчас будем расчехлять. Тут брезент натянули, сейчас будем
облицовку отделять, трубы резать, фланцы отдельно, все отдельно. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808, that dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku, bitch, just in my bed, I got scales all on my floor. Такая вот работенка, стекловату очищать от труб. Мастер-резальщик режет тут трубы. Ну сколько с подъезда, сколько? Килограмм 10 будет меди, да? Да, больше, наверное. 4 на 6, 24 трубы. Ну, сейчас такими темпами, в принципе, за полчасика это сделано. И пойдем опять деду помогать бойлеры выносить. Можем, конечно, не торопясь, но лучше, конечно, лучше и сильно не филонить, а то завтра скажут Анде, Росе, возьмем. Ну что, время 10 минут 12, скоро на обед. Мы с этого подъезда решили уже зеленые ящики спускать. В принципе, они простые. Что это? Акция широ. Мама! Не мешай, я же блогер! Конечно, обед сегодня суперский. Суп из тофу. Что, кимчи какая-то непонятная. Да и все. Все, что нам положено на сегодня. Я начал возмущаться. Вот еще принесли нам добавку мяса. А риса что-то нету нифига. Ну ладно. Парни возмущаются, говорят, суп не очень. Вообще. Ну вот происходит откачка бензина. Такой маленький носочек подключает. И вот она, трубка. Кинул и в бак, в машину. Пойдемте посмотрим, где наши работяги. Время, кстати, уже. Блин, вот они, работяги. Дружинники. Ага. Саджан сказал по одному носить, а вы вдвоем один. Ладно, я как бы путь прокладываю. Кто-то там уже айгукает. Короче, вот так выносили. Саджан пробегает, говорит, по одному выносите, каждый по ящику. Мы говорим, да иди ты в жопу. В принципе, за 40 минут, не напрягаясь, подвое нося вот такие ящички, уже всю машину загрузили практически. Еще один влезет, может полтора. Еще два влезет. Два. Ну все, пойдем мы с Германом, наверное, еще возьмем парочку, да? Или... Не, пошли с Ваньком, Герман пусть отдохнет. Да, утомлен. А то он в одного таскал ящик. Ну что, друзья, товарищи, время 4 часа. Мы переоделись, идем куда? Идем на тачку, все правильно. Хотя мы закончили работу, это уже в 3 часа. Саджан наш мухрыжил. То сделайте, это сделайте, здесь подметите, здесь переставьте. Короче, все сделали. Короче, мухрыжил. В итоге выдал нам по 130 тысяч за сегодняшний день. Говорит, в воскресенье дождь, в понедельник дождь, а во вторник, говорит, я тебя жду, может, не только тебя. Ну и ладно, короче. Я сегодня за рулем. Что, наша, не наша вообще тачка? О, открыто. Surprise, motherfucker. Ну, чё, я сегодня за водителя. Доверили мне. Ну. Доверили мне машину. Без прав, без ничего. Говорят, садись, едь. Не переживай. Тут-то всего-то. Там встретят. Там всего-то ехать полминуты. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808, that dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Ну все, приехали мы на офис. Больше никого нету так рано. Садяну деньги отдали, короче. Конечно, давно не ездил за рулем, как-то очково.
парковаться так вообще, причем тут есть как бы и камера заднего вида, но все равно, я уже забыл, как парковаться, как что. Я не знаю, как я во Владивостоке буду ездить. Буду ли я вообще покупать себе тачку, чтобы гонять по городу, потому что это какой-то, это какие-то стрессы, прям стрессы. Хотя, стресс из-за того, из-за чего, потому что я без прав, без всякой страховки. Во-вторых, тачка не моя, а когда бы уже во Владивостоке, она будет и застрахована, и с правами, и как бы уже и мое личное имущество, так сказать, собственность. В общем, такие дела. Что еще хотел сказать? Ну, с вами, как всегда, был канал «Привет с полей Кореи». Всем удачи, здоровья, счастья, конечно же, богатства. И пока.